спеть вам сейчас песню, которая это случилось как раз вот из моей жизни, да, вот, например, вот мы недавно снимали песню клип, и получилось таким образом, что я, например, там режиссерам говорю, что типа я вот вижу его так вот. А они, когда прослушали эту песню, они сделали по-своему по-другому. Я понял, что каждый человек, который слушает, например, мое творчество, он воспринимает действительно по-другому. То есть я пытаюсь там доказать, ну, подать людям там, что ну вот же, вот, это вот так вот этого сюда. Они говорят, да не, мы это видим все время вот так вот. В общем, дело было так. Один раз некий товарищ, всем известный писатель, очень известный Эдуард Лимонов, как-то раз пригласил меня и Паука, значит, на выборы, так сказать, мэра от своей партии, короче, там, вот. Мне стало интересно, и я пошел посмотреть, что это такое, в общем, в конце концов. Вот. И нарвался на такую фишку, что я застал их всех за тем, что они рисовали какие-то флаги там, и между собой, типа, ну, дико дрались, как выразился Паук, по поводу того, что какие должны быть цвета на их флаге, значит, там. Вот. И потом пришел какой-то человек, который принес какую-то ручку и сказал, что из этой ручки можно пулькой там пойдут, какого-то мента завалить. Вот. В конце концов, кончилось дело тем, что встал Наталья Медведева и сказал, нет, Скороведа не пойдет, у Паука фанатов больше, короче, там, типа, и меня с позором выгнали. В конце концов, значит, через какое-то время я сидел, сочинял этот новый альбом, мне пришла в голову идея, значит, вспомнить эту историю идиотскую. Вот, и так родилась песня, которая называется «Иди убей Бакунина». Поехали! We'll be right back.
осталось.